Неожиданно у нас ночью выползла откуда-то медведка. Вот она. Прелесть какая. Ну и решил бросить саму ее снасть. Вот такая цена снасть на сома. И саму медведку. И заодно решил показать, как я цепляю медведку. Вот она медведка. Вот он панцирь у нее. Сзади за этот панцирь. Тихоша. Хочется, чтобы она прописалась. Ну, нафиг. Видела. Вот она. Красавица. Санечка, ну где у нас там червяк? Да. Да, еще червяком ее подопру, чтобы она не слетела при забросе. Красотка. Видишь, как я ее надеваю? За голову. Потому что есть народ, одевает его через жопу. Не-не, через жопу она слетит. А так нет. Она просто не слетит. Она вытекается. Вытекает? Да. Самое интересное для сома это как раз задница. А если мы ее надеваем через задницу, мы продеваем, она пробиваем, и она в смысле вытекает. Все. Будем посмотреть.